все, 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 уходи! И хотите знать, какой главный приз этого сегодняшнего соревнования? Три, два, один, ноль. Вы на канале Мисс Николь. И сейчас мы идем снимать для вас йога-челлендж. Николь, я для вас Женя. Вон Женя, я сейчас все расскажу. Я приготовила для вас позы. Позы, эти йога-позы, я приготовила уже очень-очень давно, и они все на пляже, на песочке. Поэтому мы должны снять их именно здесь, на пляже, на песочке, чтобы было очень-очень похоже. Идем мы вот такой компанией. Николь, там Женя, потому что позы будут двойные, только одна одинарная. Вика несет компьютер, потому что на компьютере у нас именно эти позы, да, закачаны. И мы ищем, чтобы вы поняли, тенечек. Потому что Николь сказала, я не буду на солнце сниматься. У нас очень жарко, плюс 30 градусов. Мы нашли тенечек, и вот здесь мы будем размещаться и снимать для вас этот прикольный челлендж. Итак, я даю, ребята, вам не просто так, я вам даю, давайте 8 минут, давайте так, 8 минут для реализации поз. Сколько успеете, столько успеете, успеете. Первая поза, Вика уже начала показывать, я сейчас, вы ее уже рассмотрели, первую позу, она выглядит так. Вы побежали делать позу, да? Раз, два, три, поехали. Давайте, давайте. Вика, ты должна смотреть на позу и смотреть на то, как делают они. Я сейчас это все смотрю, и мы будем делать скриншот, если они попадут в эту позу. Женечек, тебе надо чуть-чуть выше попу и ногу. Ногу. Выше ногу, Жень. Выше, 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 выше ногу. Женя. Поза есть, мы переключаем на вторую позу. Ровно. На одной, какая нога сильнее, правая, левая? Правая. Левая. Одну скинаешь в колени, не пользуясь одну ногу. Они обсуждают, а время идет. Пока они обсуждают, время идет. Как только они побегут, я вам буду снимать то, что у них получилось. Все, запомнили? Поехали. Поехали, все, давайте, скорее. Делаем, делаем следующую позу. Жень, нет, ты разворачиваешься ко мне. Давай. Итак, у нас на помощь, естественно, приходит Вика, потому что очень сложно, у Женьки очень длинная нога и очень сложно. Ой-ой-ой, что-то тут такое происходит интересненькое. О, уже что-то похожее. Вау. Поднимай ногу вверх. Нет, она согнута. Она согнута в колени. Николь, согнута в колени. Да, да. Вау! Вика, все, все, все. Уходи. То же самое, только, пожалуйста, не уроните. Пожалуйста, то же самое делаем. Ну что? Есть! Есть! Я засекала вам эту позу. Ага, да, как раз Николь поднимет Женю. Скорее, скорее, бежим, смотрим следующую позу, которая выскакивает у нас на экран. Эту позу давайте мы сделаем со стороны моря в сторону шезлонгов. Будет, кстати, да, кстати, да, здесь именно шезлонги, поэтому мы можем наоборот в обратную очень сторону легкая, делать. Очень легкая? Николет, тебе надо угол, угол 90 градусов соблюдать. Тебе легко? Я хочу посмотреть. Скорее, скорее, скорее. Время-то идет. Давайте, 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 давайте. Прямой угол. Ноги вместе. Ноги вместе. Так. И теперь, Николь, соблюдаем. Ну что, Вика, смотри быстренько на фотку. Николь держится за его ноги, но ноги разминаются. Ой, это будет сложно. Вика, уходи. Оп! Николь, все было круто, кроме того, что тебе надо держаться за его ноги. Отдыхайте быстренько, быстренько и по новой, скорее. О, а песочек-то вообще, он как бы не помогает, он наоборот.
О, вот так, молодцы. И угол ровный. Нет, Женя, ровно. Сгибаем. Николь, Женя, еще ровнее. Еще ровнее, еще. Есть! И море. Ну что? Эта фотка у нас легко, но она на фоне моря. Ребята, вы понимаете, да, что нам все это расстояние надо бежать, а у нас всего 8 минут. Мы бежим, бежим, бежим. Скорее. Побежали. Это кошмар. А как мне с камерой бегать? Просто шикарно. Пока Женя с Николь готовятся, я вам покажу цвет воды. Посмотрите. Я думаю, что они так быстро не подготовятся. Вау! Куда ты, Николь? Быстренько побежали! Я думала, вы готовитесь, а ты еще успела водичку попробовать. Не пуша планку делает. Женя, ровно руки и ноги. Браво! Ребята, кто-то сказал, что это очень легко и с первого раза. Викуль, давай наблюдай, что они там делают. Я надеюсь, Вот. Есть? Да. Есть! Ой, подождите, стоп. Здесь еще одна, Николь, поза есть у меня, которая прям возле пляжа. Ты одна. Давайте сейчас сразу же ее и делаем, не теряем времени. Итак, Николь одна. Наверное, будет чуть-чуть легче. Вика, иди сюда. Нет, не ту ногу. Правая рука и правая нога. Нет, вот здесь вот так, да. Левая рука, левая нога. Ручка ровная там впереди. Вот, вот. Ой, умничка. Еще чуть-чуть ниже. И, да, на себя, на себя, на себя вытягивай. Еще чуть-чуть. Есть! Бежим обратно в тенечек. И у нас остается не так уж много времени. Надеюсь, еще одну позу мы сделаем. Бежим обратно. Короче, пока мы бегали к морю, наш тенек занял мужчина какой-то, он будет загорать. Ну ладно, нам без разницы, нам главное сделать еще хотя бы одну позу, потому что мне кажется, что время подходит к концу. Давайте обсуждаем, боже мой. Фух. Так, это тоже на фоне шезлонгов, поэтому делаем в обратную сторону, да, ребята? Ну что, давайте. Женя, Николь, времени немного. Я надеюсь, что вы еще успеете сделать одну позу. Давайте, я очень за вас переживаю. Нам очень жарко, мы еще бегаем, гоняем по всему пляжу. Но мне кажется, эта поза самая, одна из легких. А вообще, мне кажется, что наши... О, ну? Все. Есть! Нет, уже не должна быть поднята. Женя, давай. Женя, так, Вика у нас тут контролирует весь... Точно, Жень, ты должен... Да, вот так вот, как ты стоишь. Вот. И раз, вот. Два. Есть! Ребята, три, два, один, ноль! Все, время закончилось. Вы сделали, ребят, 6 поз. Я вас поздравляю. И хотите знать, какой главный приз этого сегодняшнего соревнования? Вы можете идти купаться! Я иду купаться! Быстрее, побежали! А вы взяли купаться прямо так? Хотите? Ну все, я тоже побежала купаться! Николь, ты чего остановилась? Давай! Я сама оказалась смелая! Посмотрите на купальщики! Купальщики! А всем пока! Подписывайтесь на канал! Мне Николь! Наши сына! А всем пока! А сегодня я хочу передать приветы всем моим фан-группам в Инстаграм. Я вас очень сильно люблю и всегда замечаю ваши работы. И постараюсь побольше вас лайкать.